Стандартные деревянные плечики будем декорировать. Чтобы было летнее веселое настроение, будем красить в яркие цвета. Для этого используем обычную акриловую краску. Краску используем белую, матовую и не разводим ее водой, чтобы она являлась одновременно грунтом. Набираем яркие цвета для того, чтобы нарисовать летнюю полянку. Точки рисуем разные, можно одновременно использовать двойной мазок, чтобы композиция была еще ярче. Для рисования мелких цветочков используем дотс. Он позволит нам поставить кружочки одинакового размера. Акцентом всего декора будет солнечный бантик. Вот такие эксклюзивные плечики могут стать ярким акцентом вашей гардеробной.